Да, а эту камеру мы проведем. Не для меня. Еще раз подхват. Нет, еще подхват это не ногой делать. Подхват делается на голову. Вот, что бедро? Если ты бедро подхватываешь, ты делаешь бедро, вот ты делаешь. Смотри, за счет чего? Я наклоняюсь. Я хочу тебе бросить. Если я понял, ты головой, правильно? Я тебя бросаю. А если я вот так тебе бросаю? Я подошел, присел. Смотри, как ты не можешь сидеть? Вот это главное, вот это задача. Ты подхватил, присел. Шкальсинева? Ваша, ты можешь? Да. Я еще
Да.
Я хочу пасть, не знаешь как, да? Нет. Слезь оттуда. А мячик хочется. Не надо. Попроси, вот попроси, стоит рядом молодой человек. Попроси, подними его. Я же не нужен. Я же не нужен. Зачем ты меня? Что там работают, девчонки? Не надо этот мячик, ты пришел. Что вы с ним будете делать? Перчатка, пресса. Ничего? Да. Коля, у тебя ж палец болит. Ну там ты не мог работать. А здесь, ну и что, да? Здесь ударяет правую руку. Бей ему по больному пальцу посильнее. Не надо мне по больному пальцу. Один раз по пальцу, один раз по носу. Игорь, стоп, стоп. У вас там этот развязался пояс. Или уберите, или оденьте. Коля, ты борешься, ты чувствуешь, что ты устал, да, чуть-чуть? Говоришь, стоп, Мате, я завяжу пояс. Развяжи пояс, и минуту ты отдыхаешь и тихонько завязываешь пояс. И еще, посмотри, он может бороться долго, потому что он тренируется. А ты устаешь? Вот засеки время. Скажи, работаем 4, вот сейчас схватка по 3 минуты. Скажи, 5 минут работаем, минуту отдыхаем. Понял? Что, Андрюш? Не знаю, где это. Телефон? Потерял в туалете, наверное. Я сижу и думаю, где может быть 4 человека? Вика, а кто тебя сегодня трогает? Кто тебя сегодня? Кто-то из троих или все трое? Все трое? Потеряешь. Я сегодня качалась. Еще раз, Вика, еще раз. На сколько процентов? Нет, Вика, хуя, нет. На сколько процентов ты качалась? На 30. Если тебе тяжело одной, говори, я еще кого-то дам, понимаешь? Или, ну, нужно чуть-чуть больше. И все. У тебя последний год. Ударился? Игорек, ударился? Да. Андрюха, что? Попроси, чтобы позвонили. Вика, ты Андрея телефон не видела? Видела. А где он? Сырву, вот он лежит. Сырву, вот лежит телефон. Андрей. Сырву, вот телефон лежит. Вот. Этот вот? Да, нет, да. Эй, подожди, подожди. Как ты нашел, там зашел? Там мог и только чужой взять. Нет, это на йоге взял. Вот этот мой. Засранец. Так, завтра парная есть. 20 лей, час 32:30. 20 лей? Да, ну там мальчики. Где тебя одеться? Нет, там, нет, понимаешь, там надо нам одеваться. Или тебе раздеться надо полностью, или нам одеваться надо? Нет.
60, 20 и 70 лет, разница. Игорек, ударился немножко? Да, через. Через? Да, очень. Не трогай, тебя поставь вместе, не надо. Да. А, кровь, сполоснешь просто. Просто не раздавай, просто подержи. Да, я сделал бросок, но он упал. Да, я выйду. Хулиганы там. Девочки, делайте, потому что вас записывает камера. Быстрее! Все, Ксюха, он тебя бросил. Увидел Вику, ты знаешь, и бросил. А я тебе скажу. Что чудо? На живот не ложись, а то родит нам еще кого-нибудь. Что? Еще какой-то. Да. Нет, Чезар, Чезар, не надо, я тебя прошу. Нет. Поставь здесь, пожалуйста. Нет, просто я никому не разрешаю. Там начнется. Смотри, не надо. Иди подвери. Вы что делаете сейчас? Нет, девочки, сейчас, вот смотри. Иди, Игорь, попроси, он с тобой поборется. Игорь. А? Он, кажется, здесь. Он ударился, но ты его скажи, Игорь, поборемся. Он пойдет. Максим, с ним аккуратно, он работает. Нет, нет, просто, чтобы ты знал, он работает. Вот сейчас под джиу-джитсу, я спрашивал, он говорит, что многие взрослые не пошли, потому что, говорит, получишь травму, а работаешь. А он работает. Я знаю, что ты мягко уже борешься, но на всякий случай. А вы можете сразу, взять еще два легких и четыре мяча по кругу? Давайте лучше по кругу как-то. Так попробуйте, вот попробуйте. Ты... Так, а зачем? Нет, нет, ты попробуй, вот там любые возьми, иди сюда. Вы двумя мячами, а потом еще третий подключишь, потом четвертый. Давай, Валерия, давай. Так, нет, дайте...